Всем привет! Снимем вторую серию. Приехали опять в тот же городок. Ну, сняли другой хостел. Посмотрим, что происходит здесь. Как бы... Честно, городок, конечно, очень-очень старый. Все постройки такие интересные. Почти все, ну, все, здания почти все деревянные. Просто обшитый пенопластом. Так, ну-ка, ну-ка. Так, цивильненько, спокойно, тихо. Заезд для машин с той стороны. Здесь супер замок. Закрываем, чтоб никто не зашел. Блин, не так. Дубль 2. Оп. А, в принципе, все окей. Так, что тут у нас? Оп. Супер качеля. Правда, видно, давно здесь никто ничего не снимал, потому что... Что? Правильно. Паутина. И паук. Давно никто здесь не катался. Что еще? Столик, можно отдохнуть здесь. В принципе, все аккуратненько. Цветочки. Заборчик так. Парковочка такая небольшая для машин. Здесь въезд. Полиция поехала. Аккуратненько, это красиво. Даже сказали, рыба есть. Под настроение можно порыбалить. Дикие ути. Ну, если честно, красиво. Правда, если честно, в шоке. Крысы плавают. Вот что-что. Крыс, конечно. Но это не очень хорошо. И прям такие, я не знаю, что таксы. Знакомый говорит, смотрю, что-то бежит. Думал, щенок. Какой щенок? А говорит, как два щенка. А говорит, крыса такая. Чуть не нутрия. Не, ну рыбы не видно, потому что очень мелко. Ну, местные сказали, что рыба есть. Ути точно есть. Ну, конечно, спокойно, тихо, красиво. Ничего не скажу. Мостик. Дальше там горы. Буквально, не знаю, там езды. Минут 10-15. Чуть-чуть приближу. Сильно не буду, потому качество будет не очень. Ну там дальше лес и горы. Так, пойдем посмотрим, что. Ну красиво, блин, как сказки какой-то. Сказки Андерсона, братьев. Красиво. Зайдем посмотрим. Что нас ждет внутри? Тара-да-ра-да-тан. Так, кот. Ну, типа. Оп. Так. О, свежо. Холодильничек маленький, шкафчик. Фиксация камеры. Блин, свежо. На улице, если честно, очень тепло. А в помещении как бы так кухонька, аккуратненько, маленькая, ну, в принципе, нормально. К удивлению, никого нет, это вообще замечательно. Микроволновочка, можно даже выбрать комнату ту или эту. Вот двухместная, чистенько, столик, плаза, спутник. В принципе, сказать, если честно, достаточно. Для твоих потолочек такой. Ну, когда сами в хостеле, это вообще просто великолепно. Вытяжка. Тут второй номер. Но он побольше. Рассчитан на троих человек. Да, тоже батарея. Окошко, плаза.
принципе, и ну. Здесь отлично. Ух ты, ё-моё, что здесь есть? Даже это что, отжиматься? Спортсмены, все, это настройки наработался, давай еще отжиматься. Хоп, на одной руке. Хоп, на одной руке. Хоп, все, красавчик. Теперь что? Правильно, на кухню заправиться белком. Так, тут у нас что? Опа, цивилизация, работает телевизор. И самое главное, что? Правильно. Душевая ванна. Так, машинка есть, душевая кабинка есть, умывальничек, оп, туалет, бумага, ух тышка, и даже окошко с видом на мини-лес, да? Ну, в принципе, хорошо, чистенько, аккуратненько. Что еще нужно для людей заехать на несколько суток отдохнуть? Ну, как-то так. Блин, вышли на улицу, не знаю, теплее в 1000 раз, чем в помещении. Очень хорошо, даже внутрь не хочется заходить. Открыли все окна, чтобы проветрить. А здесь открываем окна, чтобы тепло с улицы зашло. Реально в помещении, ну если днем, конечно, на улице очень жарко, сегодня погода была отличная, то в помещении было четко, но к вечеру уже как бы так прохладно. Ну как-то так, все. Всем удачи. Смотрим видео. Не забываем подписываться. Все, всем удачи. Всем крепкого-крепкого здоровья и хорошего настроения.